называется эта композиция. Ми мажор. Stop!
увел с собой Хуана, остались без Хуана койоты и игуана. Американская, русская.
кончились слова, и стало нечего петь. Вытекли глаза, и стало не на что смотреть. Остановилось сердце и все кишки наружу. И к тому же я скурил свою бессмертную душу. Но два аккорда я играю убедительно и гордо. И пускай я на ногах стою не твердо, меня держат эти самые два аккорда. Два аккорда, два аккорда, да-да. Два аккорда, два аккорда, да-да. А я стою и вещаю на высокой горе. Я знаю только две ноты, это соль и ре. А как брать ля и до, я напрочь забыл. А на все остальные ноты я и вовсе забил. Но два аккорда, два аккорда я играю убедительно и гордо. И пускай я на ногах стою не твердо, меня держат эти самые два аккорда. А может, нот не семь, а и вправду только две. Я накурился так, что аж в ушах звенит. Но скоро явится джа, и нас всех объединит. И два аккорда, два аккорда мы сыграем убедительно. И гордо, и пускай мы на ногах стоим. И твердо нас держат эти самые два аккорда, два аккорда, два аккорда, да-да. Два аккорда, два аккорда, да-да. Два аккорда, два аккорда, да-да. Два аккорда, да-да, да-да, да, я. Что означает «припадок на туманной горе». После того, как ее соучастники обработали и перевели на русский язык, она стала называться «Пачка папирос». Песня весьма дорожная и подходящая для нашей веселой кочевой жизни. Стало быть...
Поехали. Вчерашнего еле живой я иду по трассе домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос, иду по трассе домой. Опа! Сквозь дырку в ботинке виден носок. Почти не шатаясь, почти по прямой, я иду по трассе домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос, иду по трассе домой. Опа! Мешают, но просто нет сил. Видимо, что-то опять подцепил. Терзаемый мыслью о встрече с женой, я иду по трассе домой. Потратил все деньги на пачку папирос, на пачку папирос, на пачку папирос. Потратил все деньги на пачку папирос, иду по трассе домой. Купила свой билет.
не покупал. Она была не права, а я был слишком мал. Oh, ножик. Ёжик противного гнома зарезал.
гномику ежиков, ножик как меч, голову с плеч, голову с плеч, гномик хороший, а ежик плохой. Пой, ласточка, пой. Маленький-маленький-маленький ежик прячет свой маленький-маленький-маленький ножик. А маленький-маленький-маленький мальчик тычет свой маленький-маленький-маленький пальчик гадкому ежику прямо в глаза. Ежик у мальчиков пальчик как меч, голову с плеч, голову с плеч. Это не мальчик, а страшный палач. Плачь, тетенька, плачь. Маленький-маленький-маленький мальчик сосет свой маленький-маленький-маленький пальчик. А маленький-маленький-маленький гномик поджигает свой маленький-маленький-маленький домик, чтобы в лесу загорелся пожар, чтобы противный мальчишка сгорел. Мальчику гномика в домик как меч, голову с плеч, голову с плеч. Это не гномик, а страшный палач. Плачь, дитятка, плачь. Гномик хороший, а мальчик плохой? Нет. Ёжик хороший, а гномик плохой? Нет. Мальчик хороший, а ёжик плохой? Опять нет. Ну, кто ж там хороший? И кто ж там плохой, но пой, ласточка, пой. Пой, ласточка, пой. Пой, ласточка, пой. Артисты Коктебеля. Thank you.
Склероз, но я еще не слишком стар. Я до склероза не дорос, но забываю.
нас посмотреть. Но, к сожалению, я забыл, о чем я собирался петь. Я забываю, я продолжаю забывать. Ну а когда я все забуду, вот тогда я начну вспоминать. Участники из разных городов, и каждый из них является самостоятельной, свободной творческой личностью, каждый способен играть сольную программу, и мы готовы прямо на сцене меняться функциями, уходить в аккомпанемент, солировать, вести концерты, заниматься хореографией, ну и тому подобными всеми делами. Ну вот, начнем прямо вот с Ивана Витковского, который у нас выразил первое желание исполнить сам свою песню, которая... Baby, don't leave me. Baby, don't leave me.
Святой Антоний.
песни Иосифа Кобзона. Так я русской тоске, я стою в нелепой позе, я стою в нелепой позе, я танцую рейки на морозе, я танцую рейки на морозе,
Солнце отражается в капельках росы.
Школі. І
niby to jak nena roku. Вчора дали гроші за те, що він працює в школі.